have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Всем доброго времени суток. Всем здравствуйте. Фобос здесь. Мы только что еще раз пытались пойти на Харибду. У нас цели, у нас до хрена целей. Я премного извин... Сэр! Месье! Что? Блять, мы тонем. Я понимаю. Но Шипостаев... А там Watcher, Watcher! А, что это? Камень! Шипостаев, никто не отменял, блин! У меня можешь камень спокойно был. Тонуть. Там нас надо Watcher прибить. Что ж такое на начало-то серии хорошая, задняя пушка нижняя. Я мультиплосс в самом начале серии насыпать. Простите, я очень плохой, там меня очень сильно хрипло. Еще одна встала. Внизу где-то была. Ладно. Watcher так и не отстал от нас, если что, надо его на... Да, ладно, пусть плывет. Так, где у нас... Слушайте, а возможно мы все это время Харибду неправильно берем. Надо же пробовать, мы не можем всплыть, мы сейчас об камень ударимся. Сверху цель. Ах ты ж, ишь ты мою, что я пошел чинить. Одна мелкая цель. Сверху одна мелкая цель. Ах ты ж мелкая цель. За нами одна мелкая... Ё-моё. Снизу, сверху? Да там сверху плавает, по-моему, этот... Балластный костюм, ой, балластный костюм. Ты хаск, короче, сверху плавает. А, серьезно, балластный костюм? Да, балластный костюм. Возможно, я нашел способ, как ту хариб нужно было убивать, но я даже пробовать не буду туда погрузиться. Да, мы уже сколько, раз 6-7 туда ходили, пару раз на запись. Достаточно. Да, вот без записи и, ну как бы фигня. Мы ее, конечно, убиваем, но нам это слишком дорого стоит. Хорошо, мы пойдем просто в другом месте пробуем убить тварь. Зачем нам что это? Что ты? Да, зачем ты это сделал? Что я сделал? Ты... Я просто... А, ты нас не ресетнул? Нет. Фух, блин. Я просто там нацелился на последнюю маленькую козявку, которая за нами плыла, и тут резко дернул. Я думал, типа, ты ресетнул, а оно нет. Не переживайте, ребят. Хорошо, мы не переживем. Такого мы не переживем. А попытка убить какую... Блин, надеюсь, здесь будет червь. Не кишечный какой-нибудь, не? Глист. Гномий глист. О, нет. Зачем вы? Нас люди смотрят, вы, блин, эти... А это надо хорошие люди. Лоялист? Лолялистка? Вова вист? Гномий глист. И куда этот список? А я сейчас пойду. Это ты это мышечку срал? Да, я это мышечку буду. Призвушку. У него просто было так, когда он на всех пабликах пытался насрать своими вилами. Ах ты ж, ё, неси этот, Ганс, неси огнемет. Где? Куда? Фрум, в каком балласте? Не в балласте. Уйди, уйди. А, нет, у склад БК. Йо, а как это убивать? Ну вот так. Отходите. Можно ты не будешь это огнеметом делать, пожалуйста? Отойди, отойди, отойди. Да, ну блин, оно быстрее распространяется, чем... Тоже жги! Двери с автозакрытием — это великое зло. Зайди теперь туда, все. Нет, я туда не зайду, там БК лежит. Оно загорелось. Что ж? Я добился своего. Ну, пожар на борту. Здрасте. Вопрос следующий. Лечите меня. Что именно? Выпал такой. Брум, у тебя же есть чем? Ну, я его перебинтовал. Да, блин! Я не этого ожидал. Услуги дезинфектора. Блин, нас тут жрет уже, ну какого же? Ты меня почти поднял. Ну, у меня нету. На, попей. Пью. Давай.
Почти. Они уже здесь! Они в кабине, твою за ногу. А, подожди, лежи. Куда я денусь? Клея. Клея? Я обожженный, а не зараженный. Мне не нужен клей, ухьёмый. Я героически сбежал, не переживай. Ну, давайте. И меня потом тоже откачают. А, не-не-не, они меня сожрут, не надо меня откачивать, все нормально, перезапуск. Он будет, по крайней мере, сначала локации? Там. Хорошо. По крайней мере, так. Ох! У меня сейчас зайдет. Да. Ай! Выстрел в ногу и другие приколы. Ой, да что за турбоматка? Ага. Что-то у них какие-то зубы тупенькие, они тебе никак не доедят. Ой, блядь. Да все равно же рестарт, тебе-то разница. А я... Ладно. Себе доказать пытался. Сгорел насмерть, у тебя причина смерти. Так, ладно, сейчас после старта давайте быстренько туда, только не будем поджигать. Технические чоколадки. Тысяча тупых смертей, тысяча тупых путей сдохнуть. Сними шляпу, все-таки целый доллар. Прояви уважение. У нас сразу, она по дефолту идет, это болячка. Мы ее подхватили еще в прошлом этом раунде. Да. Короче, берем быстренько вот эту. Сигма огнемет фу. Резачеллу и все. А, она прилетит тут же. Да, ну по дефолту. Я пойду с той стороны ежи. Сигма, я короче. А, ну так тоже можно. Сигма, вон, под меня жги. За мной дожигай. Я тебя сожгу, не стесняйся. Убить, ну ты можешь не... Хрена себе! Отойди. Ушел! Тут в балласте. Ай. Вы, я не Все знаю, нормально. Вы... Кого-то не подожег, вы не понимаете. Ну, ты возле ядерных зарядов не особо, пожалуйста. Все нормально, не реагируй. Ру, мне не очень нравится то, что ты делаешь это резаком. А чем мне это делать, по-вашему? С варочным аппаратом также эффективно. Вот поэтому я и не хотел, чтобы ты это делал резаком. Да, блядь, я уничтожил. Всё, болезнь бьет. Очень. Я центр развития убил. Все, красавчики. Быстро на пушки. Да, теперь нас будут глисты турбо жрать. Блин, какого хрена? Фу, ну, тебе плохо, по-моему. Не, мне, так, ну, всё, мне пол хпшки. Я не могу без медицины ходить, я это уже понял. Мне нужно с собой таскать 8 пакетов с кровью. 5 пакетиков травы. 10 пакетов мискалина, да. YouTube, наркомания и наркотики это очень плохо. Мы ничего не это. Осуждаем. Осуждаем и ничего не спонсируем. Ничего не осуждаем. Цыц. Выкиньте его с корабля. Ну вы просто так начались. Наркоман в команде, горе в семье. Так, я полностью готов вас лечить. Я ничего не хочу сказать, но по-моему они на взрыв тогда приперлись. Мы упали на дно просто. Фром, дарую тебе вот это. Спасибо. Блин. 1000 XP achieved. Ладно, какая... Оу, я могу что-то качнуть. Какая у нас цель сейчас? Давай немножечко обновим, проясним. У нас там, возможно, еще одна Харибда в пути. Хорошо. Не факт, что именно Харибда. Так, почему... Блин, у меня тут плюс 25 дэмэджа огнем. А вдвойне, если борешься с балластной флорой. Почему ты мне... Ну, балластная флора не такая уж и частая, поэтому... Ну и плюс у нас есть выжигатель мозгов. Вот мозгов. Выжигатель без мозгов. Again, one time reward for repairing certain amount of devices. Они тут! Где?
Сзади? Сзади где-то. Я сейчас пытаюсь отплыть от них. Пипец. Что это было? Что сделал? А я без сонара плыл, чтобы никого не приманить. Ну да, они же нас уже не нашли. Пипец. Все в порядке, мы припарковались. Отвратительно все, они заплывают в реактор. Фух. Под реактором спокойно, под реактором спокойно. Я смог выбить оттуда. К лагу прям туда долбится. Башку снял. Сзади, сзади, сзади еще. Да. Так. Внизу! Скотина в шлюзе! Я уже не достаю до него. Ты а нет, достаю! Мой дом, но делаешь это без уважения. Должного уважения! Убил снизу в шлюзе. Привет, уйди. А то твоя башка тоже очень так удачно вывалилась. Ну как, живые что ли? Ну да, а чё? Не-не, что ты чебулькает, стой! Да это я, вроде Копички как. Наша. Я тут балластик ныряю кипичку. Ты не умеешь так рычать, подожди. Если ты так умеешь рычать, значит, с тобой что-то не так. Ну естественно, ты видел, что у меня сегодня зелёный слух. Вы этого не слышали. Металлический таинственный ящик. Этого ящика здесь раньше. Посмотри. Обычно грузовой контейнер, и часто можно найти на Европе, идентичен тем, в которых вы получаете крепасы, вы наклоняетесь и пытаетесь открыть, однако, как только вы приподнимаете крышку, что-то захлопывает ее обратно. Вау, пару серий такого назад точно не было. А, нет ответа, ну, прислушаться. Вы задерживаете дыхание и прикладываете ухо к ящику, изнутри доносится какой-то шорох, снять крышку силой. А вам удается отодрать крышку. Эту гадость? Каково же ваше удивление, когда из ящика выпрыгивает ползун, готовый вырвать вам глаза. Пару серий назад то было точно такое же. Ну, сейчас такое меняется. У нас двигательного отсека вообще нету. Фрум. Смотри, смотрите, видите? Тебе нужен зародыш. Вотчер! Все быстро наверх! Не могу! Сдристать пушки! Сдристать всех наверх! Они сейчас ко мне прокусятся. А это они? Да. Не прокусятся! А нет, пофиг! А где бомбарда? Я готов их встречать! Бам! Бам! Чуть больно. Если лента закончится, принесите мне ленту, пожалуйста. Я вообще в двигательном. Слаг, ставь другую ленту. Срочно. Не могу, я их отстреливаю с этого, с револьвера. Иду, постараюсь сейчас. У нас реактор сейчас сдохнет, подождите секунду. Оно что-то надо мной гудит. А этот черт уже просто меня уже давит, ментально начинает убивать. Где вотчер? Над этим, над рельсофоном висит. Я ему сейчас в глаз бомбарду засуну. Я ему сейчас... Где он? Лента все еще нужна? Вернись в кровь, да. Сейчас, сейчас... Ты по мне стреляешь или что? Да. За это что я удостоился чести такой, скажи, пожалуйста. У нас... Акули тигры все пропускали. Где? Снизу. А. Уй. Уйди, ну просто инженер на слаге не позволяет нам стрелять по нашим тряпкам. Куда тебе ленту ставить? Какое отверстие, блин? Ну там показывается. Вон вижу. Уже... Ну завалить его черта, он меня заставляет блевать, мне это не нравится. Секундочку. Где, да кого что? Гасим? А, вон он, вижу. Вот. Да, стреляем прям в глаз. Он от этого быстро вздыхает. Все, он уехал. Вот этих гадов я с револьвера лично носил, вот с этого. О, крутяк. Пипец.
Мне кажется, Наталья из этого. Что столько отключать? Одна из величайших битв прошла без меня, блин. Да я не знаю, больше честь полегла от того, что я по ним с револьвера стрелял. Угу. Это далеко не большая честь. Хорошо, я еще со спаренной пушки вот это... эту гниду большую взял. Ну и мелких, наверное, там подраздать. А что ты еще хреначит? На сверхней что ли горит? Ё-моё. Что происходит? На нас упал товарищ глаза. Смотрите. А, ну и фиц. Чинимся. Я придумал, извиняюсь, чё он так громко падает? Нет-нет-нет, это что-то еще. Я не могу понять, чем больше шкаф. Чем больше шкаф, тем больше сонар ров. Смотрю, я не могу понять, что это. Ну, тут ничего нет, ну... Ну, реально ничего больше нет. Я могу попробовать попробуй отплыть. Попробуй всплыть, да. А мы всплывем? Да. А куда мы денемся? Ну, мы тут частично. Целый. Мы протекаем... Не, протечек в реакторе я вроде все залатал. Ну в реакторе он... А почему он с КБК горит? It's fine. Сонар выключил? Жаль тебе, у нас КБК горит. И чё? Я там ничего не делал. Хорошо, что мы с этим должны сделать? А, все нормально, уже ничего, у нас началось затопление корабля и пожар сам потух. Так, у нас пробоины там-то, там-то, сям-то. Хорошо. Откуда вода? Что это за звуки? Сзади где-то протечки сверху. Я походу сказываю. Да, я явно сейчас. Что? Почему? Откуда вода на корабле? Откуда эта вода идет? Чё? Ну, она, это видно не вода, же, она это сверху вода. Где-то протекает. Это не вода, фальшивая это вода? Да. Откуда? Щит знает. Я чиню щитки в обратную сторону, их чиню, они становятся сломанными. Реверс инжиниринг, да? Или как там? О. Кто-то что-то починил, и щитки начали углубиться. У нас лестница горит. Я ни одного пожара пока что на корабле. Какого черта происходит на этой подлодке? Ничего хорошего. Призрачный корабль. Целый. Ага, ясно, целый. Почему? У тебя тоже здесь ага, вода прямо колено? Нет, здесь воды нет. А. В корабле воды нет, ребят. Свет вырубился. Почему? А, я включил сонар и все в порядке стало. А. Нифига не все в порядке. У меня все еще что-то горит, а что-то сломано. А, у нас крыша протекает. Нет. У меня сверху капает. Это твои личные проблемы, я понимаю, но... Да нет, на рюк пробито. Ну, ну, блин, это прикольно. Я только что там был, все про... О, это во что? Это в все кого? В порядке, это я. А что со светом? Со светом у нас стержень кончился. Что происходит? Знаете что? Ну? Мне кажется, я уже видел где-то эту историю. С регатой и яхтой Победа. А что произошло? Почему все щитки вмиг заискрились? Не... Так, ребят, у нас что-то на корабле явно не очень хорошее обитает. Демон вселился, блин. Где сраные стержни? Полторагейцы? Просто нефиг было создавать технологическую подводку. Надо бы машины мстят. За что они живут. Что там сзади, блин? Я... Что происходит? Брат, что а... за... Что за шип сверху приехал, блин? Какого хрена? Я тут в машинном отделении, ко мне с потолка приезжает шип насквозь всего отделения. Мы приплыли. Это тупая. Мы на таланты солегли. На кого? На таланты. Я заварил ту хрень, ну блин. А, у нас дна нету, отлично. И ползи туда, в ночь, мы его отпускаем. С
если я пойду и умер, блядь. Че это за хрень? Живой аванпост. Ничего, блядь. Стреляй! Свак! У нас что-то лазит по кораблю, зеленое какое-то. Это его иммунная система. Да что ж меня бьет-то так? Мы за глубиной, что ли? Какая разница, за глубиной, не за глубиной, ты... Так потому что лопается корпус снизу. А, нет, это эти грызы. Блин, она охренеть как больно дерется. Отползи. Если отползу, я подпушку попаду. Баланс. Можешь перестать стрелять? Я сейчас сдохну от этого. Она. Не стреляет. Не стреляет. Просто смотри, не стреляет. Ой, я в что-то попал больной ему. О, я ему что-то ломаю. Ломается пока что только у нас подлодка и я, блин. Я не знаю, что у вас там происходит. Сейчас я подойду, гляну. Фрум, посмотри на камеру вниз. Я там лично присутствую внизу. Привет, тебе медпомощь нужна? Ну, половины хпшки нет, но я живой. Оно в основном взрывами меня коцает, из жизни не уходит. А, ну потому что это слог стреляет. Я вот. Стреливает, потрошили этого баланса. Да, я все поумнил. Пойду в баланс. Пожуй таланус. Так, а я что? А, я слышу, выложил у тебя радиацию. А я могу пушку открутить? Не могу. Блин. Еще бы ты мог пушку открутить. Кинь любимый. Че там, как, нормально? Отстреливаемся, нет? Да они-то не особо атакуют. Ну не скажи. Я мешок какой-то сломал. Надо найти мозг Таламуса и снести его. Ну, понятно. А, вот он! Я прям у него. Кто-то скрин сделайте, пожалуйста, этой фигни. Боюсь, меня загрызут, если я попытаюсь его заскринить, я уже раздолбанный. Лучше уже раздолбанным, да, но нам его надо. А, это, кстати, этот самая крутая подлодка в игре, заражён. Да? Да, ну в оригинальном игре, без модов. Да, мод. А так самая крутая подлодка в игре это фокус. Угу. Потому нам так прилетает. Были бы другой, мы бы сейчас сдохли. Понимаю, как будто сейчас мы живем. Ну, меня не убили. О, вон валяется. О, морфин, колодец. Так, а в чем он? Мы должны быть просто убить Таламус и все. Нет, это случайно он встретился, они. Бывает такое, да? Ну тогда давайте его раз. Ух, он ты ж ё. Фрум, хочешь пожрать зараженных стен? Да, Фрум, вот видел вот этот корабль живой, да? Ну, нет. Вот и чатик, в принципе. Ну, вот заплыви, Фрум, на корабль жилой. Короче, это вот высшая стадия балластный флот. Когда оно захватывает корабль? Да. Оно и так наш корабль начал захватывать. И вот когда оно захватывало, оно вот видел, ну, если бы оно еще чуть больше захватило, оно в двери закрывать могло вот это вот все. Ну, балласт может закрыть тебя в балласте и утопить, если ты пришел туда без скафандра, либо ты не этот... Хелл, открой двери, да? Боюсь, не могу это сделать, Дэйв. Ты с Таламусом надо быть аккуратным, и тебя может утопить. А к черту эту дверь, я не могу, она открывается-закрывается, я не могу залатать. Это чемодан. А, вы же как деловые люди? Не так много лута, почему, кстати.
А ты и искать не умеешь. Сейчас я придумаю. Меня интересует. Ага, знаете, что меня сейчас больше всего интересует? Я во время того, как обстреливал корабль, я застрелил гражданского. Хрена себе. Ты не застрелил до никого, он здесь уже звук. Нет, я именно живого видел, я именно. А это не этот был, не Хаск? О, ящик боеприпасов для моих. Давай забираем сколько. О, еще один! Мы сможем стрелять чуть дольше, чем обычно. Ладно, ребят, давайте тогда пока починимся, пауза, потом продолжим. Так, ребят, есть уникальная возможность посмотреть, как выглядит, как смотрела на нас эта штука, которая вот эта вот зараженная подводная лодка. Вот она. Так, вот. Нет, стой, Чарли. Вот. Ага, вижу. Ай. Сейчас я его починю. Не обязательно. Охренеть. Нет, оно теперь не так. Возможно, ты его починил, оно выглядит теперь нормально. До этого там вообще психотоп. Зря ты его починил. Блин, ну ладно. Ну... Сигма, почему я не могу перископом использовать? Я сперу все, что хотел уже. Это как лодка это называется, куда мы приплыли? Хорошо, по-моему, это Винтерхальтер. Если да, не ошибаюсь. Вот Винтерхальтер зараженный. Но не факт. Просто меня. Ну, там большой этот нижний отсек, который не отделяемый, большой нижний отсек. Я думал, что это лаборатория. Я думаю, что это лаборатория, но это не похоже на Винтерхальтер, потому что, ну, это и похоже, и не похоже на Рен. Возможно, это просто. Две подлодки, которые специально там поломали как-то очень красиво, чтобы для таламуса это выглядело красиво. Я понял. В общем, таламус, вот... два таламуса срослось. Ну это выглядит примерно. Кстати, да, на самом деле Шизу вызывает инопланетные артефакты. Я вот выбросил все инопланетные артефакты, и у меня все хорошо. В порядке. Да. Это не про... А, нет, у меня еще вот это что-то есть. Секунду. Ах, ладно, чинимся дальше. Так, ребятки, продолжаем наши поплывушки. Разобрались с захваченным кораблем. Я все это время тупо проторчал. Я потом попробую, надеюсь, потом скинуть скриншотик, который мне закинули. Но я вот показал вам... Я из этого скриншотика превью для серии сделаю, потому что у меня чем-то желание такое да, есть. Да, давай. Вот, то, что мы просто заглянули, посмотрели, как выглядит их рубка, их сонар, который я починил, да, не спрашивайте, почему. Руки такие, к чему не прикоснусь, все чиню. Вот, хорошо, поехали дальше. Привычка. Хороший инженер. А, ну, кстати, реально привычка у Фурума там, постоянно с отверткой и гаечным ключом. Ну, да. Они сами прирастают, там, на опыте уже. Угу. Зачем я сел на пушку, в которой меньше всего потом? Хлебом не корми, дай терминал починить. Меня очень бесит наши балластные способности. Всплываем мы очень плохо, а вот тонем просто замечательно. Ну, ты немножко перефразировал слоган Зиппо. Да так все хорошо. Ой-ой-ой. Где? Да спереди. Камень. Так. Почему я куда-то еду? Я не знаю, как здесь плавать. Здесь противно. Мы и так в супе плаваем, тебе-то разница. Ну, кстати, океан это большой суп. Если подогреть его. Не, детский бассейн это суп. Если подогреть, классно. Он и так подогрет, и обычно это же все на солнце происходит. Ну, там, не знаю, погречение, там, сюда, до 80 градусов, как минимум. До сводки там до кипения, короче. Если это, короче, червь, это будет очень плохо, потому что мы... Ура. Я не знаю, мы опять будем таламуса бить, а это очень надолго затянется, я уйду в тиль, потому что, ну, нафиг это надо. Нет, долго затянулось, на самом деле, лутание. Ну да. Ну, я же один это делал. Да, да. Мне... Ой, блин, я... Ребят, вы хотите убить какую-то тварь? Нет. Я хочу безопасно добраться до конца серии, если это возможно. Какую тварь, если мы ее просто убьем, это будет и тогда да, хочу. А если мы ее убьем таким образом, что мы ее просто раздавим наши падающие туши, то нет. А, я нашел, ну, тут земля, короче, есть.
Капитан, земля! Интересно, за нахождение за пушкой дают вепон, или каждый раз, когда ты садишься за пушку, попадание. Тебе дают вепон? А? За урон по цели. Нет, я только что сел за пушкой, мне дали один вепон. А. Вот, не короче, знаю, вроде да. За урон по целям дают. За урон по целям идет, наверное, максимальная прокачка, а вот такая вот пассивная, она идет или каждый раз, когда ты трогаешь пушечку, или каждый раз, когда ты ее крутишь. А, тварь снизу. Я не знаю, что-то имеющее сонар на борту. Тварь с сонаром на борту? Да, оно нас засканило. Ох, ё, ничего. Я готов стыковаться с камнем. Стыкуемся с камнем? Нет. Мне кажется, да. Ну, лучше уж так. Блин. Мне видней. Давай мы никак... припарковались. Ой, так, ребят, отлично. Мы припарковались. У нас пробоина. Что за яйца? Я извиняюсь, у меня перед рубкой. Прошу посмотреть на это. Какого черта у меня яйца? Сейчас ты хочешь, чтобы мы смотрели на твои... Где там починиться-то надо? Где это чертово нижнее орудие? Вот оно. Там цель офигела от таких этих фокусов. Да я так не понимаю. Я и пошел отправлять эти точечные сонарные. Она уплывает, она сыкло. Я по таким же задам тоже не могу. При виде меня бы протаранили камень. Есть такое. Мы там не пролазим, куда ты припарковался, да? Не-не-не-не, все, я в нее сонаром покидал, она отплывает. Ну, хер с ним, уходим. Да, обиделись. Только заварились, блин, он взял опять краску поцарапал. Ну что за человек? Может, оно решило там, я не знаю, строить... Маневры и манцы, да? Я не знаю, может, оно сейчас это... Мы будем плыть к переходу, к перевалочному пункту, оно нас встретит. Угу. Ну, мы ее протараним, у нас скорость очень быстрая. Мы быстро влево-вправо. Почему наш корабль не наносит никакого урона, вот реально, вот когда ты мордой... Это же сколько-то тонная махина с железом что-то там я давит. Не знаю, может, там надо просто спереди пику поставить. Ну, не нашего главного администратора, который повесился. Ну, я не знаю, он может нанести много урона. Ну, right. Знаешь, уж точно. Emotional damage. Emotional damage. Ну что ж, цель отдаляется. Драться не захотела. О, сверху цели множественно. Топ тебя. Ну мы просто уплывем. Нет, тут гребаная гора. Не вижу. Сзади цели. Не глуши движок! Пошел! Чел, не отстреляемся! Я тебя понял, Фрум. Дном черпать сейчас буду черпать. А, о как. Ну. Мы пришли? Бисон он по стене. Недавно пропала связь с аванпостом. Ну давай! Алло, миссия! Заканчивай. Все. Ох, блин. Там просто у меня в пушке было мало патронов, и они еще так подныривают под это, под линию. Ух ты, серия, в которой мы просто героически плавали. Да. Тварь же не может телепортироваться? Нет. Хорошо. Это наша фишка. Это наша фишка. Быть крутым наша фишка. Но сейчас будет что-то интересное, слышно. Я почти пересортировал медикаменты. О, каждый занят чем-то полезным, кроме меня. Ну, да, вы там нет, отстреливались, фунт, я... Все. Очень эффективно. Ничем не занят обычно капитан. Ну, я не считаю своего вождения. Вождение — это хобби. Слова любого таксиста, да. У меня дома. Так, вождение такси — это хобби. Планета селектирует моя. Ага. Серия идет. Да. Блин, ну ладно, тебе. А, это у нас опять будет вот эта фишка с маяком. А, и... Что это сверху? Вечер? Вот чёрт. Не вижу. Он сам по себе не агрессивный.
Ну, у нас сзади корабля что-то. Посмотрите, пожалуйста. Вы можете снести его одну очередь к харю. Фрум, встань на заднюю пушку. Я что смотрю... это? Какие-то медузы идут к нам! А, фу! Термоядерные медузы. Отпугнул. Некоторые лопнули, некоторых отпугнули. Это этих молохов здесь. Да-да-да. Они орут. Ой, фу, оно на сонар насрало. Они орут, они идут за нами. Это сзади что-то... Это они. Ну, я их поздравляю. Я их мать убила. А? Я хочу к маяку... Блин, если там маяк, с которым стыковаться надо, это будет очень фу-фу. Да, это будет фу-фу, я не спорю. А вон сверху с ним, скорее всего, надо стыковаться, потому что надо заспавниться снизу эти, опять, тигры. Ну, хорошо, хрена не... С ним надо стыковаться. А, давай, что это, спереди, спереди какой-то... Надо к маяку быстрее. Молотоглав золотой. Капец. Два, три. Мы не доплываем. Походу, там, там рыбы. Еще эта херня, которая лопнула. Надо быстрее завариться, пока мы не на самое дно упали. Ребята! Здорово, Даня. Где они? Идут сверху за нами. Дарит. Бам. Да сядь ты за пушку! Сзади? Теперь остановится. Фиг знает. Сверху, сверху, сверху. Опять идет сверху. О. Спереди был. Сверху заходит. Он так. Почти мертвый. Он сдох. Хорошо. Сверху сдох. Вы же тебе показалось или мы? У нас движком упали. Непонятно, что происходит. Опять до таламуса. Опять до таламуса. Еще одного убили. Да ну какого же? Таламус по нам работает? Да, это мы таламус упали. Это же не может быть тот же? Нет. Это в того масса не... Почему у меня пушка не стреляет? Возможно, он стреляет, но на эффекта нет. Да твою же занято. Ладно, давайте заваримся. А потом я попробую выкашивать таламуса. Ну высунься! Вот, все, минус. Один баллас цел. А второй баллас не получился. Правильно? Я бы, конечно, хотел стрельцы туда выстрелить. Ух, я какую-то Диану Дэй убиваю, классно. Там все мертвые. Тихо. Попытайтесь меня не пристрелить. Блин. Все, да, все, 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 хватит стрелять. Лоу, блин, Таламус. Мы слишком много патронов тратим, нам реально может не хватить. Все, будет хорошо. Ой, Сигма, ты же выкисишь и сразу вернешься на корабль, да? Ты не будешь его блутывать? Я буду его блутывать, он огромный. Ладно, ребят, вернемся чуть позже. Все починили. А, мы все это... Вы знаете, где мы все это время были? Ну. Под потолком висели. Да. Класс. Маяс. Сколько... Где? С... Помните вот эту вот песенку про капитана, да? Раз 15 он тонул, погибал среди акул. Да, вот так, вот мы в Маяс, да? Значит, нижняя. Кто остается? Нижняя подсветка в кул. Давайте на нижней пушке быстро. Я пошел на ядерку сяду, а кто-то сядьте на переднюю нижнюю. Я сяду на лицо разработчикам эти, которые это делают. Ребят, у нас, кстати, в реакторной почти сдохли щитки. Я сейчас их починю и молитесь. Хорошо, ты идешь или да? Да, я возьму сейчас стержень, засуну себе в огне, светит солнце и пойду чинить аванпост. Айнс.
Полный сонный. Да. Так, у вас стержень целый? У вас? А у вас? У нас в квартире гаса, у нас. У меня его нет. На меня сопли какие-то. На меня сопли текут. Бывает. Почему? Ну потому что шлюз порвало. Бывает. Что за звук? Все нормально, к кораблю пристыковался еще другая часть корабля. Что? Какого хрена, что за звук был? Я просто отламываю. Фром, привет! Привет! У нас тут дружелюбный рельсотрон. Закрыть. Не выползай. А как это работает вообще? Что это за... К чему мы пристыковались? Это вылет как батискаф какой-то. Это титан. Я не понимаю, как это дичь работает. Я выпилил стену. Куда я выпилил стену? Что это? Как оно работает? Я на один блок не там выпилил стену, кстати. Что-то мне тут как-то нервненько, ребят. Давайте там... Это лифт, это лифт, чел. Это лифт. Понял. Какой гений лифт на подлодке сделал. Ну, слушайте, люди живут шикарно, мы тут как... как не знаю, а кто, блин, ползаем, развиваем лица. Привет, братцы. Но мы хасков не трогаем, да? Мы просто пришли учениться. Нет, если они... Но они не... меня не трогают, я с ними тут закрешился, этот клешню пожал, вот это вот все. Так тентак лежать надо, а не клешню. Ну, у них клешня, у них же эти старого поколения костюм. Как Брежнев. Тот вообще в засос жал. Ну вот, я про то же. Хорошо, сейчас тогда подождите. В десна долбиться будем. Главное, чтобы не было. Все, я с ними закрешился, они мне дали спокойно реактор завести. Да кем же это выгодно, у них электричество появится. Чайничек смогут поставить. Заводят? Знаешь что? Да вот давай вот это вот сейчас, ага. 20 век Фокс. Да. Заводят. Запускают. Гайдена. Так что там по прогрессу? Я по прогрессу я сейчас чуть... Если шоу хаскам, звоним такие, алё, на нас напали, они это, придут к нам, расхерачат там всех. Да, они такие, 3-4 тижни, проблем нема, ну да. Алло, братва, тут подваливайте, тут это, стрелял. Ну так, наши братки. Давайте без этого. Можно оно заведется уже, а? Так кто же его знает, может толкача надо, чел, включи первую передачу. Запускают руку в трусы. Реактор заводят. Заводят. Давайте так, в реактор тычут. Я вам сейчас все испорчу, да. Давайте так, засовывают. Вы оба сейчас станете резко правы после того, что я скажу. Включают, остановится, она включается. Сигма, хочешь хаску? Очень. Реально? Нет, давай запускаю. Не могу. Че, тут музыка напряжная, трындец. Сказал я зеваючи, ну ладно. Он на запись идет? Да. Блин, ну ладно. Я боюсь сонар тоже макать. Да ну, сейчас кроме этих придут еще и те, тогда будет и то, и это, и вообще, хрен знает что. Вкратце. Подожди, я могу хаску? Блин, а я хочу хаску к нам на корабль привезти. Ну зачем тебе домашние животные, ну? Кто-нибудь, да он прикольный, ты видел у него этот? Если женщина, веди. Я не знаю, сейчас засуну руку ему в трусы, водолаз.
По жетону определи, давай быть более профессиональным. Самое сложное будет определить, кто из вас более огневой человек. А, шутки за 300, да? Вода ушла, я могу запустить. Когда мы уйдем отсюда? Блин, завести хорошо. Так, чисто теоретически, вот тех трупов на вон тех гнилых подлодках, мы могли их заразить хасками оживить или нет? Нет, они уже давно сдохли. Так что мне, заводить? Чать. Да давай уже, в клуб выкл, ну. Так, бойтесь. Готовься. Ой, да. Где? Я не знаю, но... Кстати, в этот раз не было пролага. Был, был. У меня был. Где? Сверху? Сзади где-то. Сзади, походу. Сзади не вижу. Посмотри сверху. Слава. Что-то тут вообще неспокойно. Давай в лодку и ходу отсюда. Да? Оно что-то рычит, но мы не знаем где. Что еще хуже. На верхней сидишь? Да я только что наверх не смотрел. Простите, хаски, пока. Да, блин, хорош друзей заводить. Угайся, ща поплывем. Здорово, еще, корова, хуй сейчас... меня вопрос, ща подскочу. Я сейчас тебе дырку лишнюю проделаю. Где оно рычит? Он... Это и все в порядке, он, это я ходу, шлюзом ходу, приехал. Ходу, ходу, ходу. Так, я пока... Сверху, сверху, сверху! Сверху. Пипец. А почему я стрелять не могу? Почему я стрелять не могу? Нажимаю на кнопку, она не стреляет. Стреляешь, стреляешь, стреляешь. А, вот теперь да. До этого была фигня какая-то, я зажимал кнопку и не мог Бром, стрелять. Смотри наличие раю всяких артефактов. А, пробок там внутри себя. Ёлки! Тише, пассатижи! Извиняюсь. Был напуган. Что это было? Ничего хорошего. Что это? Почему? Почему? Я пошел так... латать, я пошел латать быстро, все. Очень быстро надо, ребят. Иду! Я читами буду пользоваться, если мы сейчас сдохнем. Ну, походу, да. Один баланс залатал. Сейчас второй залатал. А, мы припарковались. Мы упали. Я так испугался, я уже готов был прописывать такое в чат. Бан. Забанил. Ты забанен, я не буду тебя разбанивать. Аури, у нас реактор отсох. Бывает. У нас раковая опухоль. Воу! Они все еще там? Они да. Я стою на пушке и просто вижу огромную штуку в этот рядом со мной прилетает. Ну, прилетает так примерно, где я стою. Я штуки 2-3 всего лишь убил, не так много. Я убил молотоглавого и одного мелкого, и где-то я пришлю, что он стреляет из-за экрана, я его не вижу. Ну как, он сейчас не стреляет, но... Вот это иглохрень, да? Ага, что поставил ровно где-то план. Осторожно. Я его даже с рельсы не рассмотрел. Ну, руки немножечко это заварились, надо сверху посмотреть сейчас. Реактор не дает. Сверху все плохо. Да? Ну, командирская рубка насквозь прохлюблена последним выстрелом. Мне заварился здесь. Все. Готово. Сейчас. Есть, что-то за что-то за. Сигмон, этого. Поставь, пожалуйста, корабль на автопилот. Там кнопочка такая будет, включить автопилот. Ну прям. Автопилот. У нас режим управления. Достаточное питание, мы нифига не плывем. А, ладно. Пусть сейчас, 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 тут я знаю, что надо втыкнуть. Вот надо вот это втыкнуть. Фром уже забрался в строение гирлянды. Тут основные две лампочки, которые зажигать надо, а так? А, да? У нас нища отсутствует полностью. А вплоть до конструктора. Там нифига нет. Ну вот видишь, нету, не важно. Так, у меня скоро закончится сварочная вот эта хрень. И я не знаю, чем заваривать. Я не могу найти ни одну. Я тебе.
Я бы сейчас пошутил, то что я как... Я серьезно говорю, уже третий раз спрашиваю, где баллоны. Я уже обшарил и обрыл абсолютно все. Я не знаю, где чертовы баллоны. В нашей инженерной. Да заварить. Сейчас. Это значит вода подарить мне что-то. Потому что у нас шлюзы сломаны. Аргумент. Ну ладно, не буду мешать. Ну, типа люки, двери на шлюзах сейчас чиню. Там все заварено, надо сами люки заварить. О, на полу кровь валяется, выпил. Вот ученый без дела лежит. Все, ничего не течет, нормально. Реактор на норм. Разрешаю заводить грузящик. Ух, блин. Поехали. Так, вот это еще хорошее. Мы когда-нибудь доплывем до этого захваченного ванпоста все-таки. Что, а запись что же мы тогда... Идет, идет. Да почему? Фром, стоп, у нас времени очень хорошо мало. Так, ребятки. В общем-то, получается, нам нужно до еще последнего на этот раз в этой серии ванпоста добраться. После этого будет сохранение, там будет... Будет сохранение. Ну, вообще нет, это будет аванпост, который мы должны взять штурмом. Но... Я не знаю. Возможно, мы прямо сейчас вырубим серию для того, чтобы у нас осталось больше эфирного времени на штурм. Нет, я думаю, что мы... Чтобы сохраниться, нам нужно взять его штурм. Ну вот, это мы и сделаем. А, ну, осталось всего лишь 700 метров доплыть. Я сомневаюсь, что что-то произойдет, но... Какой оптимист. Что ж, снизу цель. Больно сейчас будет. Ай. Пипец. Сколько смел? Молох, наверное. Я за балласт. Что ж, это... Да, завари балласт. Это не критичное повреждение. Ну, впрочем, позволим так сделать. Да, вероломный предательский, но... Нам тренда. Шо? Посмотрите спереди, что я пошел. Пипец. Я не знаю, что это. Что мы врезались? Я по... Офигенно! Ты не из того стреляешь. С крысы, да? Да. Огонь. Мне кажется, еще надо. Надо. Спокойнее. А теперь быстро варите все. Все. Пришел. Пока мы не затонули, по-моему, нормально. Мы тормознулись. Варим быстрее. Ладно. Так, ребятки, у нас штыковка. Резня! Так это сохраняшка. Он нормальный. Нет. Но это будет потом, значит. Какой потом? Мы сейчас откроем. Не-не-не-не-не-не-не. Вот то, что мы откроем, оно будет потом, потому что сейчас у нас прошло сохранение, и у нас прям идеально под тайминг серии, поэтому. Да. Ну, мы корабль обслужить хотели. Это, во-первых, во-вторых, мы хотели это. Все собрать в кучу, нормально разложить, а если я буду лутать аванпост, и ты хотя бы зачистим аванпост, то мы уже попадаем за кадром, все вылутаем и рассортируем. Ладно, ребятки, тогда что, будем потихонечку заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда. Адио. До свидания. Так, ребятки, маленький бонус. Все-таки мы решили за оставшееся время успеть сходить на этот аванпост, поскольку после от... Блес сразу в танка! Сходу! Он даже не подошел, как он заскочил в этого танка. Такой, опа! Так, там типа в кого-то же стрелять же придется. Да, один раз в голову метка. Можно загнивать? Я хочу просто на серию застрелить кого-нибудь, все. Ну, на бонус. На бонус. Фром, снимай меня. Снимаю тебя, все, давай. И снайперки тебе снять? Кеннеди, давай, иди уже. Сзади. Blood for the Blood God. Смотри, расчлененка, снимай. Ну там за тебя чувак смотрит, как ты его товарища убиваешь. Аркадий Комс решил, что он не хочет в этом участвовать. Контрольный, да? Да. Так, хорошо, сколько их тут? А хороший вопрос. В
в каком этом беспорядке они держат свой аванпост? Просто... Хрен не нас. Да ладно. Я советую вам взять огнетушитель и браться. У меня тут это прямо в прямом эфире идет уничтожение. Ты что творишь, Кыдыч? Все, убил. Говорю, бандитов сожжем. А, подожди. Че он? Ай, да. А, не, все в порядке, это был злой. Я убил плохого. Я герой. Ну это же был главарь бандитов, не? Да у него просто ник синий, я из-за этого испугался. Добрый главарь бандитов, нормально так. Блин, а что такой нищий главарь? Да вообще бомжи какие-то. О, гори. Гори. Так. Подожди, он еще жив? Энерджитринк, это нам. Как ты это пере. Почему он еще жив? Подожди, возможно, это был не главарь. Может, его можно вылечить? Его можно вылечить. Сожжем. И заживо. Ты хочешь его вылечить или что ты с ним делаешь, я не понял? Я пытаюсь его поднять. Зачем? Я же запомнил, где он. А ходит. Это потому что у него синий. Типа, я чего я его еще раз убью? Я не понял, свои. Если что, это свои! Это свои, я вдруг во время бандитов подспанцы в том же месте, где и будет. Блин. Знак вот там звук. Кого я застрелил? Ну а ну это ты блюешь или он блюет? Хороший вопрос. Что такое диусицин? Как его. Да он был без хаска, я не могу его лечить, я привык лечить только больных. На голову. Да блин, это я тебя схватил, ну тебя нафиг. Да не больны. Блин, а у меня эта штука была, когда я был на корабле, твою за ногу я выложил. Я успею. Фрум там подолби, ну в плане массаж сердца. Не получается. Жаль. Желаем счастья, здоровья и удачно выбраться из того отсека. А оно сейчас сдохнет. Я пытаюсь добежать до корабля. Резаки? У вас есть плазменные резаки? Какого хера? А ну он все, он, короче, уехал. Ладно, Фрум, у нас проблема серьезная. Он медик, и он умер, он не смог сам себя спасти. Что за проблема? Вы там спалили уже полстанции? Почти. Я смотрю вот на вход в наш корабль и понимаю, то, что это будет очень веселая приключение. It's fine. Все хорошо. Все хорошо, у вас есть прекрасный инженер, он сейчас затопит пожар просто. Почему пожар не тух? Почему я не под водой? А где вход на наш корабль? А, вот тут, наверное. Тут был огонь. Чуть не сгорел под водой. Где наш чёртов вход? Фрум, прекрати херачить. Я случайно, сорян. Вот туда наш корабль. Иди ляж там где-нибудь. Давайте сидим закончим. Я случайно, не надо. Блин, оно ж все сюда льется. Да, потом все починим, Сим. Это уже не твоя проблема. Да хорошо, я все потушил. Ладно. Это не я. Пора заканчивать конец. Пора заканчивать конец. В общем, ребят, под конец мы хотели бы вот вам показать, что тут осталось карты до конца. Она уже вот уже ее вот практически видно, вот уже немножечко совсем. А вот мы очень приближаемся прям к концу этой игры. Какие у нас там наполеоновский план дальше? Мы прям уходим из зоны вот направо или мы еще куда-то наверх пойдем? Зачем? Мы просто пойдем на прорыв. Прибегом к сердцу Европы. Ну, через два чекпоинта получается, что да, в следующей серии. В общем, вот такой вот был бонус. В прямом эфире посмотрели на то, как гоняют людей по станции. Устроили охоту. В следующей серии будет еще интереснее, поэтому приходите. Пока что на этом точно все. И поэтому теперь точно всем уже пока. Всем удачи, всем ладушек, пакет. Адью. До свидания.